Я хочу вам рассказать немножко небольшое свидетельство о себе, что со мной произошло. Я с 14 лет начал употреблять наркотики, больше 14 лет просидел в тюрьме, и в один прекрасный момент я оказался на помойке. И там я начал умирать. Цирроз печени. Цирроз – это оказалось полбеды. ВИЧ-инфекция, стадия 111. Псориаз, кожная форма обострения, калькулезный холецистит и кандидоз внутренних органов. У меня грибы полностью, разложение было внутренних органов. Тело у меня начало полностью разлагаться, начало разлагаться лицо. Hi, I'm Bob Matters for Biolit. You are looking at the world's most advanced and convenient composting toilet.
Thank you.